Участники автопробега проедут от Хасавюрта до города Волгоград. На своем пути посетят все места боевой славы, мемориалы и стелы почет память павших воинов во время Великой Отечественной войны. В колонну от Дагестана вошли более 10 автомобилей с победной символикой, украшенные флагами и георгиевскими лентами. Инициаторы данного автопробега выступили воины-интернационалисты афганских событий при поддержке администрации Хасавюрта, Хасавюртовского, Новолакского и Казбековского районов. Также по пути к автоколонне присоединится и Чеченская республика. Напутственные слова участникам автопробега выразил заместитель главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Тагир Гаджиев. Мы благодарны всем. Это честь памяти наших героев, воевавших за нашу землю, освободившихся нашу землю. Я думаю, что наши афганцы, это еще раз говорит о том, что мы всегда вместе и воспитание делаем нашим молодое поколение. Помимо руководства администрации, в числе провожающих автоколонны из Дагестана были родные и близкие участников Великой Отечественной войны, активисты среднеспециальных учебных заведений и общественные деятели. Выступая перед участниками автопробега, племянник героя Советского Союза Хампаши Нурадилова Асрудин Нурадилов поблагодарил членов Союза ветеранов, афганцев города и прилегающих районов за проявленную инициативу в организации и проведении значимого мероприятия. Почтить память героев, почтить память даже самих афганцев, ребят, которых полегли на поле боя, ребят, которых долгие годы ходили под пулями, чтобы сегодня вот так мы могли торжествовать, жить. Хочу сказать, счастливой вам дороги, счастливой вам возвращаться. Заместитель главы администрации муниципального образования Хасавюртовский район Вахид Касимов поделился положительными эмоциями и выразил признательность ветеранам-афганцам за проявленное внимание героям и всем ветеранам войны в целом и поблагодарил всех глав муниципалитетов за поддержку и помощь в проведении данной акции на высоком организационном уровне. Как здорово, что наши молодые ветераны войны, воины-интернационалисты проявили эту инициативу и хотят дать дань уважения подвигу наших земляков в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, ряды ветеранов войны с каждым днем редеют. В самом крупном муниципальном районе Хасавюртовске осталось всего 5 участников войны. И такое же положение дел и в других районах. По словам представителя администрации города, к вечеру 8 мая запланирована встреча автоколонны у главного мемориала Хасавюрта, чтобы уже на следующий день встретить парад победы в родном городе. Расул Гаджиев, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».